Ребят, самому своему зрителю. знакомлю вас с нашими спикерами сегодня. Барон Александр Петров, Советск, Калининград. Ниже Николай Петров, Петербург. Он же создатель сил хопа. И тот самый парень, который написал уникальную статью «Аватар. Легенда о хопапе». Правее Николая у нас... Николай? Правее Роман. Наконец-таки самое загадочное лицо руснайпинга открыто. Роман, это у нас снайпер Сочи. Привет, Ром. Всем привет, ребят. Ниже у нас получается Романа Дмитрий Мазин, он же Ярыга, один из древнейших, скажем так, снайперов России. Слева от него друг Нимрат. Ребята у нас из Нижнего Новгорода. Им я обязан, прежде всего, тем, что я в снайпинге. Этим двум. И еще Игорь Кузин, его сегодня с нами нет. Так, начинаем, ребятки. Сегодня тема у нас простая, снайпинг в страйкболе. Сейчас попрошу ребят рассказать немножко о себе. Я представил их, но все равно как бы путь свой страйкбольный, чтобы они рассказали, с какими винтовками они играли ранее. Чтобы у вас было представление, ребята давно в теме, знают снайпинг. Саш? Ребят, всем привет. Я играю снайпером, сколько, последние, наверное, где-то года два снайпером. Винтовок я сменил штук 7. Пока все попробовал. Но главный смысл, я начал с ВСР и к ВСР вернулся. Она самая легкая. Самая легкая на нее больше всего запчастей. Все. Все остальное пробовал. М24 пробовал. Пробовал М40 ЦИМы. М40 АПС пробовал. В России не особо она популярная. Потому что я там брал 44-ю серию ВЭЛ пробовал. М24 у меня была Snow Wolf, ЦИМы не было. Ну, Snow Wolf достаточно хорошо играет уже. Сколько? Третий год играет у нас в команде, у моего сокомандника, и все отлично себя она чувствует. Снайпер Сочи? Эх, что вам сказать, не знаю. Всем привет. Ну, я без маски сегодня, да. Может, по голосу узнаете. В страйкболе давно, я уже не помню. Вот, ну, неважно, сколько там лет. Достаточно давно начал играть со СВДшкой. Мне попало в руки. У товарища я купил старую СВДшку, которая у меня до сих пор, на самом деле, сейчас есть. Это Real Sword. Ну, многие знают, что это за штука такая. В принципе, при правильном уходе она мне тут достаточно долго служит. Вот. Ну, много лет я с ней играл. Потом мне в руки попала М24 цимовская. Но на тот момент запчастей на них не было, от слова совсем. Многое с ней экспериментировал, всякого разного пытался сделать. В итоге ее продал. Нет, вру, я ее поменял на что-то, на броник какой-то старый. Броник тоже продал и купил себе, собственно, ВСР. Тогда я не нашел Маруй, я взял цимовскую ВСР-ку попробовать. В итоге она оказалась такой старушкой. То есть это та самая ВСР, с которой я все видосы снимаю и в основном играю уже там сколько-то лет. Вот. Ну, вкратце так, там дальше уже по темам пойдем, так что давайте дальше. Николай Петров у нас не снайпер, как бы вот, но у него есть снайперская винтовка, он обязательно... Коль, расскажи о своем пути в страйкболе, пожалуйста, обо всем. Уже десяток лет сейчас, юбилейный год у меня идет, 10 лет. Я первый раз купил кит ФТК Гардер 150. Я думал, сейчас соберу все, и будет прекрасно. Будет 150, я буду карать всех врагов в лесу. Вообще нет. Тюнинга, который вот через 10 лет приблизительно закончился. То есть меня рад с предложения, какие-то изобретения, там силхоп, постоянный тюнинг. Вот, особенно в узлах у папа. Да, почему меня любят товарищи снайпера, герметичность, компрессия, выхлоп, да, вот полет шара. Это им больше надо. Я штурмовик, если честно. Я очень люблю штурмовые винтовки. Я всегда в маске, в штурм, первые в здание. Но мне тоже нравится стрелять красиво, стрелять точно, ровно. Если я вижу врага, я хочу его поразить.
Вот, поэтому с этими ребятами мы знакомы уже давно, года 3, наверное, да? И вот все вместе думаем, как сделать вашу конкретную игру качественнее, лучше, да, и в снайпинге в том числе. Вот, у меня было первый блин комом, это этот Spring SVD. Да, бицуля, накачал с нее. Потом я переставил кит CO2 SVD, а он выдал 270, и я продал его сразу. Тут просто видосик на странице. После я VSR-10 взял, и все. Честно сказать, вот потребности моего снайпинга, да, то есть у меня несколько магазинов, маленьких, они такие очень маленькие, тяжелые шары. Ну, я 43-ми стреляю. И легенькая винтовка, все, загонник. На самом деле у меня загонник на 4-кратность, мне этого хватает более чем. Я играю в Петербурге, команда 13, ЧВК Вагнера. Если желаете, вступайте. Так что, да, все, в принципе. То есть я занимаюсь узлом тюна. Эти ребята сейчас расскажут дальше по снайпингу. Передаю слово. Нибрат, пожалуйста, расскажи о себе, о своем пути в снайпинге. Ну, еще раз всем привет. Зовут меня, на самом деле, Артур, позывной Нимрат. Вот такой вот небольшой дианон. Но всем просто обычно привычно по позывному. В страйке я с 2008 года. К снайпингу, конечно, все хотели быть для снайперами, но тогда, кроме снайперской винтовки другого спринговой, ничего особо не было. Собственно говоря, у Димы Мазина такая винтовка и была, и пару раз пытавшись ее завести, желание у меня отбилось окончательно. Ровно того момента, пока мне как товарищ не предложил свою винтовку посмотреть, это была L96 AVS от Valve Tuning. И я ее взвел спокойно. Соответственно, первый вопрос к товарищу: а какой там тюн? Мне было сказано, там 180, и только пружину поменять. Ну и, собственно говоря, с этого и понеслось. То есть я был крайне удивлен, когда я такой радостный пришел в магазин с вопросом: ребят, дайте мне эту винтовку, сейчас я ее буду тюнить. И мне только пружину, а мне сказали: а, дружище, а там еще целый вагон запчастей. Вот, собственно говоря, с того момента и начал заниматься тюном, сборками и так далее. По факту я с болтовкой играю с 2015 года. Первая была L96 AVS также. Потом была M24 SnowWolf. И фактически я играю с ней до сих пор. Просто она в другом ложе, в другой ствольной. Но все потроха, все прочее по-прежнему в ней те самые, которые я взял как раз в 2015 году. Да. SnowWolf. Хорошая винтовочка. Сейчас, секундочку. Давайте сейчас сразу перейдем к вопросам, да, ребят? Которые у нас в ВКонтакте в группе, чтобы ответили. А лучший вариант для первой винтовки в соотношении цена-качество и дальнейший апгрейд? Ребят, ваше мнение? Рома? Ну, наверное, это ЦИМА будет, М24. Потому что при ее цене базовой, ну, там, начальной, она, наверное, самая такая удобная в этом плане. Вот, и при наличии рук ей можно пользоваться уже, ну, там, с небольшими доделками. Плюс на нее сейчас появилась куча запчастей всяких разных, весьма по таким адекватным ценам. В общем, я думаю, что это она. Ну, хотя я играю с ВСР. Вот. Ну да, да. Ну да, видишь, как бы я владелец ЦИМы, ну, хотя бы триггер уже, как бы, да, скажем, триггер, он держит в базе 175 спокойно, вообще без проблем. Да. Саш, что ты думаешь по этому поводу, в данном вопросе? Вообще, ну, ЦИМа вне конкуренции, я ничего не могу вроде не сказать. Ну, ВСР что или ВСР-10, либо М24? М24 для начала, ну, мы же уже не раз как бы обсуждали, да, ну, не письменно, не на стриме, конечно. У нас много новичков, понимаешь, мы ради этого и запустили стрим. Да, да. По какой причине берут М24? М24 берут, ну, изначально, ну, многие, не все, конечно, кому-то конкретно М24 нравится, там, из-за роста, что можно регулировать, там, да, приклад и тому подобное. Но большая часть берет ее из-за того, что в нее меньше всего надо вкладывать. То есть банальный УСМ тебе экономит целую стоимость винтовки.
То есть, да, УСМ на М24 стоит порядка 6 тысяч рублей, как она, в принципе, сама стоит, там, плюс-минус. Mm-hmm. То есть, само собой, если ты его не меняешь, то тебе тут достаточно, там, ну, есть российские производители, не российские, ты поменял цилиндр, поршень, то есть, если наверняка ты уже делаешь, да, но, как мы сами знаем прекрасно, М24 может прям с коробки работать, ничего ты на ней можешь не менять, там, компрессию сделать, чтобы в цилиндре нормальная была, силхоп там сделать на ее, спасибо Коле за это. Да-да, спасибо, Коля, ну, сегодня будет много раз встречаться. Просто видите, как почему силхоп, я говорю. Базовая резинка, ну, такая себе. А замены, альтернативы, основная проблема М24, то, что альтернативы резинкам нет. Там АПС-тип резинки. Ты, в принципе, не можешь пойти, вот сейчас любой магазин откроет, и не купишь на М24 резинку под родную камеру. Yeah. Вообще нигде ты ее не купишь в России, да? Там эти резинки выпускали, кто там, Falcon, да, по-моему, делают такие резинки. Но в России их найти практически нереально. И я, честно, ее покупал. Она стоит там... Ну, в общем, мы это разберем еще, когда дойдем до нее. Да, обязательно. Да, совершенно верно. Подтверждаю. Но я играю с ВСР. Может, и легче, ты уже сказал. Да. Да. Подтвержу как бы слова ребят, предыдущих ораторов, да, то, что у меня вот стоит базовый стволик, базовый хоп-ап и стоит силхоп. Коля, спасибо. Артур? Ну, ребят, по поводу болтовок, как по мне, цима это достаточно без конкурентов, а по моделям М24 она банально крепче. Помимо всех моментов по тюнингу, да, у нее есть свои преимущества, но народ, как ни странно, винтовки ломает по корпусу. И в СРК от этого страдают больше всего. Так что если есть какие-то сомнения с крепкостью рук, то лучше брать М24. Их ломают, но реже. Mm-hmm. То есть по тюнингу тюнится все практически. Что в СРК, что М24. Но с М24 там есть, вот как вот коллега уже сказал, ну, во-первых, экономия по триггеру. То есть базовый триггер прекрасно работает на выхлопе по 170 мысов включительно, вообще без проблем. Но главное преимущество – это именно внешний корпус. Это толстенная пластиковая ложа, это толстый внешний ствол. Она более износостойкая. Добрый вечер. Интересно было бы узнать у гостей, почему они выбрали именно ту винтовку, с которой играют. Расти, мы все знаем, что ты и Саком это одно целое, и поинтересоваться... это второй вопрос, понял. Ребят, почему вы выбрали именно те винтовки, с которыми вы играете? Я как первый скажу сразу, понравилось, как лежит в руке. Для меня ВСР слишком легкая, и, на мой взгляд, она как игрушка. Это личное мое мнение. Поэтому упал выбор именно на М24. Саш? Угу. Почему ты выбрал именно ВСР? Я. Да, Барон! Да. Ну, в принципе-то я сказал, как бы, да, из-за веса я к ней пришел. Ну, вот, кстати, вот соглашусь с тобой. Первый раз, когда я взял ВСР, да, она мне именно игрушкой показалась. Я ее первую даже тюнить ее не стал. Продал ее, взял М24. М24, конечно, она такая сбитая в руках, такая, ну, как-то ощущается вещью такой, как минимум в два раза тяжелее, о чем я, в принципе, потом жалел. Частично. И все. Ну, потом мне как бы интересно было много всяких винтовок попробовать. Тем более, что у нас они тут в доступе имеются побольше немножко, чем в выборе. У нас как у нас. Я, в принципе, тоже в России живу, как и все. Только в Калининградской области у нас есть доступ к Польше. Там выбор несколько побольше, чем на российских прилавках присутствует. Да, факт. Поэтому попробовал как бы всякие разные винтовки. И в итоге я пришел, в принципе, по тем же самым причинам, которые Коля назвал, что, во-первых, наличие запчастей как можно больше, да, на них. Пришел я к ВСР именно к G-Spec версии, потому что она покороче простых винтовок. То есть у меня при стволике 430 остается еще часть рабочего глушителя, да. То есть сама винтовка компактнее и весит 2 килограмма, ребят. Ну, 2 килограмма это не 4, не 5 таскать, ну. Когда целый день погуляешь с ним, еще вторичка, то у тебя, ну, все это... В общем, чем легче, тем лучше. Я к этому пришел. Поэтому с ней и останусь. Как-то так. Оль? Почему вы с 10? Опять же, во-первых, наличие
нормальных запчастей. Да, я не хочу ногой взводить. Ты сказал про ногу взводить. Я вспомнил, наверное, полгода я играл и видел парня с АИК СВД. Еще не знал, что это за зверь. Он реально взводил ногой. СВД сразу подумал. Он реально ногой взводил его. Я думаю, как? Я тоже такое видел. И об дерево народ их взводил. И даже один персонаж стремя накидное использовал. Просто понимаете, вот люди... Что, стремя? И поскакали. Просто видите, у людей заблуждение насчет того, что чем больше пружина, тем дальше он стрелять будет. А это самое главное заблуждение. Пацаны, пружина 190. Читайте статью Коли. Пружина 190 реально не решает. Просто не решает. То, что вы мучились там 3 года назад, заводя свою СВД АИК ногой, а потом продали ее с матом, потеряв 1020 на перепродаже, пацаны, ну... Так, давайте к следующему вопросу. ОСР легкая, да, действительно, это очень важно, чтобы было комфортно. Вот она мне легла в руку, и все, я влюбился. Расти, если ты помнишь, еще на 7-х, по-моему, сутках или 8-х, на 7-х, да, ты мне дал пострелять. Да. Летит круто, классно, отдачи почти нет, ну, вообще супер, но в руку мне не легло. Весло. Я не помню, как я держу, да. То есть мне было некомфортно, и работать с такой штукой, наверное, я бы не стал просто, да. Вообще, мне кажется, что человек должен выбирать привод. Все привода стреляют примерно одинаково. Ну, АЕГи в своей группе, снайперы в своей группе, да. Остается на самом деле выбор за внешкой и удобством. Вот если тебе нравится твое оружие, если ты любишь свое оружие, ты будешь эффективным. А если ты изначально покупаешь пуху, чтобы быть эффективным, у тебя ничего не получится. Ну, вот мне так кажется. Поэтому у меня ВСР-ка, калаш, М-ки есть, да, но вот в снайпинге именно ВСР, короткий стволик, да, 430, много запчастей, хорошего тюна. Все. То есть, собственно, вот это мне интересно. Я понял. Все. Ром, почему ВСР-ка? Я купил М24 изначально. Думаю, прикольно. Мне не зашла рукоятка. У меня достаточно большая рука. Мне было просто неудобно. Плюс это было очень давно. Да, запчастей не было на нее. Ну, просто я вот смотрел по сайтам. Вообще все плохо было. В итоге я от нее избавился. Взял ВСР. И не пожалел. Почему? Потому что в итоге это оказалась рабочая лошадка. Я лазю в таких местах, я ее роняю. В общем, ну, она бывает в таких очень жестких условиях. Такой автомат Калашникова по-своему. Самое главное, что мне нравится в ней, это ее конструкция хоп-апа. Я, наверное, вот, ну, лучше не видел. Может, кто-то со мной не согласится, но это вот лично мое мнение. Самый лучший хоп-ап, который мне довелось видеть на всяких там устройствах плюющимися шарами. Вот. Она легкая, да, ну, тоже спорный вопрос, потому что у меня на ней навешана и оптика, и камера, и глушитель, куча барахла, там все это обмотано тряпками, листиками. Я не могу сказать, что она там как-то по весу отличается, и в принципе мне пофигу, потому что я много лет с РСК СВД отбегал, а она, ну, совсем не легкая. Поэтому тут не принципиально. Вот. Ну, в общем, это рабочая лошадка, на которой есть и запчасти, она и удобна, и показала себя очень хорошо. Как-то так. Так, я понял тебя. Нимрод? Ну, ребят, тут на самом деле действительно ситуация довольно простая. ВСР тупо в руку не легла. Вот примерно вот как тебе, Расти. Мне она показалась очень легкая, вот излишне легкая. Какая-то вот игрушечная, ну, ствол тонкий. М24 легла вполне неплохо, но на тот момент их уже перестали возить в Россию. То есть мне пришлось гоняться за последней, которая вот была. Вот именно из-за того, что она массивная, приятно массивная, из-за того, что она чувствует вот какая-то ненадежность. Конструкция магазинов, кстати, очень понравилась. Вот эта самая система с подкрученным магазином. В ВСР, кстати, вот этот момент с застреванием магазина, с перекосами магазина, это, вероятно, от фирмы больше зависит. Вот это вот не зашло.
А у М24, кстати, вполне себе норм. Опять же, по тюну, который у меня там был установлен практически сразу же вот при покупке, изначально было все чешское. По тюну давай потом мы уже обсудим, братан. Да, просто да. Время, не будем воду лить. Ну вот, вопрос. Да, дальше, считаю, вопрос от этого парня, Юра Рысь. Расти, мы все знаем, что ты с АКОМ одно целое, но поинтересуйся, какими они пользуются вторичками. Ну, значит, у вас надо спросить. Какими пользуетесь вторичками вы, ребят? Какие вторички у вас, мужики? У меня основной курс. Курс. MP5K именно от Galaxy. Именно от Galaxy, опять же, по той же самой причине, что он легкий. Цену тяжеленную, которая как калаш весит, я таскать не собираюсь. Дима Мазин, спасибо тебе, Димон Ерыга, сшил мне кобуру под курц, под Galaxy. Он легенький, ну там, я не знаю, сколько он, килограмма, наверное, полтора весит. В принципе, курцем можно как пистолетом этим пользоваться, да? При всем при этом, еще раз спасибо Коле, курц на 110-м стволике с силхопом стал стрелять как полноценный привод. И, то есть я как бы теперь себя не чувствую ущербным, да? То есть вроде как и снайпер, вроде как и автоматчик в одном лице. Все присутствует. А, Коль, какая у тебя вторичка? У тебя пистолет? Я все мечтаю о Сокоме. Есть. Мне кажется, Соком — это чит. Он стреляет далеко, точно и тихо. Многие не сознаются, приходится просто подходить в угол, стрелять вот так в открытые участки тела. А так, основная у меня Беретта КДЖВ на СО2. Выбор был потому, что это СО2, очень удобно, баллончик заменил, 5 магазинов с одного баллончика. Более чем, меня это устраивает. Отдача классная. Роман? Ну, если мы про... Про соком не принято говорить, да, уже? Ну, естественно, соком, как кто называет, уж простите за произношение. Вот, это само собой. Это первая вторичка. А вторичка вторая, получается, у меня Беретта. Троичка там, да. У меня две вторички, я их часто с собой ношу. Почему? Потому что соком у меня для всяких коварных подлых дел, там кого-нибудь покошмарить, в принципе, в основном сознаются, у меня там 36-е, 40-е шары заряжены, и ну так, хорошо залетает. Стреляет далеко, точно, тихо, супер. Но его скорострельность оставляет желать лучшего. Вот. Ну и габариты, они всегда позволяют с ним как-то оперировать быстро, да, там у тебя еще винтовка в одной руке, там что-то происходит. Поэтому на случай кипиша, когда уже совсем пригорело и надо пошуметь, есть Беретта, которая стреляет автоогнем. В принципе, вот она у меня тут лежит на столе. Это у нас КВЦ, ну это Глетчер, по сути. Все видели такую. Она есть на СО2 магазины, у нее стандартные. И есть вот такие вот штуки, вот, ВЕшные, по-моему. Можно раздать с нее очень хорошо. То есть, ну, если с нее зажать автоматом, то футбольно. Будет больно и шумно, и человек просто может там перепугаться до полусмерти. У меня были такие истории, когда люди просто там с перепугу орали, типа, ну все, все, успокойся. Вот. Ну, заряжая тоже шарики потяжелее туда, это уже кто как любит. В общем, у меня две вторички, и на случай тихой работы, и на случай, когда пригорело, и надо пошуметь. Вот. А дальше убегаем. Собственно говоря, по вторичному оружию у меня несколько вариантов под разные площадки. Из пистолетов у меня Glock 18 от Фимочки, нашей любимой, и Glock 17 ГВБ от ВЕ. Это для таких вот городских площадок. Ну, на самом деле, пистолеты больше лежат в кобуре, то есть я ими особо не пользуюсь. А вот для леса я с собой таскаю СТР-3 Вихрь от НПОАЕ. Потому что, ну, не знаю, кому как, я не считаю пистолеты за какие-то практичные вторички. Чаще всего он просто действительно остается в кобуре. Всегда завидовал русским богатырям. Л-96 Вихрь, это серьезно. Эй, у меня соком, ребят. Артур, ты мой кумир, блин, такие тяжести таскать, честно. Да ладно. Вы все знаете то, что... Просто one love это соком, ребят. Ну,
мы не можем просто это взять и вот так и проигнорировать. Пусть никто из нас им не пользуется, да, но есть такой глок от Цимы. И я вам скажу, лично меня с него не раз убивали. Как, я считаю, как если вторичка какому-то начинающему снайперу, если это именно вторичка, то есть это мы рассматриваем вторичку, когда тебе до 20 метров кого-то надо убить, да, или там снайперу пришлось в здание зайти, я считаю, что глок этот вполне себе подойдет Циму. Так я и говорил, у меня он, например, есть. Это идеальнейшая вещь для зданий. Очень-очень хорошая вещь. Если можно, конечно, хотел бы мнение о Норвиче. То, что вы думаете о нем? Считают ли его полет шара виртуальным? Что ли это реально? Заранее спасибо. Что вы думаете о Норвиче, ребят? Блин, честно, я не думаю о нем. Ну, как бы... Очень хороший медиапроект. Нормально, пацан, все. Молодец, он работает, он зарабатывает деньги этим. Красавчик, что я могу сказать? Ну, Норвичу надо как минимум спасибо сказать за то, что он Modify оживил. Ну и также он занимается популяризацией снайпинга. Замечательная винтовка была много-много лет, но никто никогда про нее особо не говорил, не покупали ее, ничего. Норвич в нее, по сути, второе дыхание воткнул эту винтовку, как бы. Молодец. Все, нечего про него сказать. Мне он нравится. Очень нравится. Я смотрю его видосики, и, честно сказать, мне плевать, нарисован шар или нет. Это шоу. Как битва экстрасенсов или еще что-то. Парень молодец, бегает, снимает. Я получаю удовольствие от его видео. Этого мне достаточно. Я хочу так же. И вот мы все стараемся, чтобы было так же. Поэтому даже если он рисует, то мы, благодаря ему, вот идем к тому, к этому, к дальнему точному полету шара. Роман? Ну, в принципе, все сказали, да, парень молодец, как бы, спасибо ему за популяризацию снайпинга, за, в принципе, популяризацию видео вот этих вот всех снайперских. Ну, развил очень хорошую тему, сейчас куча продуктов продает, кстати, довелось недавно пострелять с его винтовки, очень приятно, тактильные ощущения приятные, очень качественно сделано, я понимаю, что ценник там идет не маленький, но... Очень хорошо. То есть с коробки достал и очень приятно было. Так что как-то так. Успехов ему и нам всем. Артур. Угу. Ну, Новый, действительно большое спасибо именно за развитие снайперской темы. Это классный медиапроект. Парень хорошо снимает, хорошо монтирует, хорошо преподносит. Это фактически прям эталон эдакого снайперского геймплея. Он делает игру за снайпера интересной для людей. Фактически он реклама для новичков, которые, вот увидев его на Ютубе, хотят тут же прям сходу «я хочу быть таким же». И глаза горят, и прям хочется подобной движухи. Вот в этом ему громаднейший респект. Опять же, по поводу обвинений там, в рисованных шарах и так далее, фактически это важно тем, кто его видео смотрит, кто хочет как-то до чего-то докопаться. Рисует или не рисует, да, честно, мне не особо интересно. Мне больше интересно смотреть за ним именно как за подобным медиапроектом. Что я думаю о Норвиче? Да, спасибо ему огромное, реально, он очень помог мне в становлении быть снайпером. Все-таки он большую часть сыграл от того момента, что я стал из штурмовика, пришел в снайпинг, именно благодаря видео Норвичу. Мало кто знает, то, что я даже вел группу ВКонтакте Норвича в России. А мы помним, мы помним. Да. По поводу виртуальной, я не верю. Просто хотели накидать говна, извините за выражение, на него, дабы ослабить его популярность, просто либо хотели хайпануть на этом хейте. Это мое личное мнение. Мужик красавчик. И что плохого в том, что он сделал из своего любимого хобби бизнес для себя. Молодец. Как понизить уровень шума винтовки ВСР-10, не читая обклейку ложа? Больше интересуется манипуляция с ЦПГ. Денис Лазарев задает вопрос. Ребят. Есть желающие? ВСР-10, Роман.
наверное, скажу вам, да, потому что я очень много опытов провел на эту тему. В принципе, их все уже описали в группах различных, разные вариации. Вот, показать не смогу, потому что винтовка, она, скажем так, стоит в углу, в строю. Вот, и не хочу ее разбирать. По ЦПГ, цилиндропоршневой группе, первое, что я использовал тут в своих каких-то там моментах, то есть, может быть, кто-то не согласится, там еще какой-то вариант предложит. Так вот, первое использовал носик на поршне. Сейчас я даже поищу. Вот вам как пример. Это Маруевский поршень, по-моему, с G-спека, с базы. Просто мне приносят на тюн винтовки, у меня остаются некоторые вещи. Вот как пример, да, то есть, чтобы вы видели. Вот эта вот странная вот пипочка, она, как говорится, дает очень такой большой плюс к шумоподавлению. Теории сейчас разводить не буду, об этом много написано и сказано. Мы еще вернемся в обсуждениях. Да, к этому вернемся. Первое — это поршень, соответственно. Вот. Ну и, в принципе, дальше правильная сборка. То есть там уже вариации с толщиной стволика, с диаметром стволика, извините. Вот. И глушитель рабочий делаем правильно, тоже собираем там наполнитель глушителя. Прокладываем винтовку шумоизоляционными всякими штуками. В моем случае это был сначала ватин, потом резиновая шумка, а сейчас я вернулся на вот такую вот штуковину, чтобы вы понимали, на такой поролон. Вот. Об этом тоже много сказано, он выгибается со временем. Вот. Ну и не мощная пружина, то есть у меня выхлоп 160, там плюс-минус на той винтовке, с которой я играю. И, в общем, ну, не очень она громкая. Расти вот видел, мы год назад с ним на открытии играли, достаточно тихо она стреляет. Вот, потому что для меня это очень важно, чтобы было тихо. Вот, как-то так. Ну, я так поверхностно, конечно, прошелся. Может, да, так кто еще добавит? Ребят, вот по поводу шумности винтовок, просто сразу момент такой закину. Все, кто хотят этим делом заморочиться, ребят, просто сначала попробуйте, вот кому-нибудь дать из своих друзей винтовку, отойти метров на 30, и чтобы в вашу сторону просто постреляли тяжелыми шарами. Потому что чаще всего человек берет винтовку, человек тюнит, человек ее взводит, холостой выстрел, как она громко стреляет, какой кошмар. То есть, или, допустим, заряжают легкими шарами. То есть, ребят, попробуйте сначала вот, понять, как она для вас звучит, как, вот, допустим, для цели. То есть просто отойдите метров на 20, на 30, и чтобы в вашу сторону кто-нибудь из ваших друзей просто пострелял из вашей винтовки. Вот чтобы было понимание, сколько вообще она шума выдает. Ну, я вот сейчас продолжу. Был такой опыт, что я товарища заставлял стрелять, отходил на разные дистанции, вплоть там до 70 метров, и чтобы шар пролетал рядом со мной для большего понимания всей этой физики, как это работает. И, в принципе, вся вот эта шумоизоляция в моем случае, почему я это делал, потому что мне очень часто приходится там чуть ли не над головой противника сидеть, и здесь мне нужна максимальная тишина. То есть изначально у меня задача стояла обесшумить там в каком-то радиусе, где я нахожусь, потому что очень часто приходится работать прямо под носом у противника, поэтому. Вот. Аш? Марон, как ты борешься с громким выстрелом на своей винтовке ВСР-10? Да, в принципе, ты, наверное, парни-то все назвали уже, да? У меня стоит на моей винтовке точно так же поршень с носиком стоит. Я не знаю, коротко я скажу по принципу действия, да? То есть он в последний момент частично перекрывает выход воздуха из цилиндра, и то есть у вас поршень не ударом об голову цилиндра тормозится, а в воздушную подушку, которая создается в цилиндре, за счет этого нет такого громкого удара, нет вибрации, звона по винтовке и тому подобное, да. Точно так же, как у Ромы, у меня винтовка в ложе пустоты проложены СТП-шной, это СТП, это фирма, шумопоглотитель называется этот материал. Он сжимается, то есть вот да, он при своей вот этой толщине сжимается буквально до листа бумажного тонкого и потом расправляется в пустотах сам как надо. Он просто убирает общий резонанс, который по ложе может расходиться.
Точно так же он же у меня находится в глушителе. У меня стоит на G-спеке 430-й стволик, примерно сантиметров 10 остается там рабочего глушителя. Ну, то есть, ну, само собой, хорошая компрессия, тяжелые шары. Ну, то есть, стволик стоит 6.01, 6.01 у меня стоит стволик не из-за того, что он там кучнее стреляет, чем какой-то другой или еще что-то. С ним тише винтовка. Это основная причина, почему он у меня стоит. Все. Никакой другой причины нету, почему у меня именно 6.01. Mm-hmm. То есть, если бы 6.08, там какой там базовый стоял, точно так же тихо стреляла винтовка, я бы оставил его. Ну, в принципе, все. И также тоже опыты проводили мы с моим сокомандником, отходили на разные расстояния, друг друга стреляли. По большому счету, ну, конкретно с моей винтовки, где-то метров, наверное, ну, если на открытом пространстве, метров с 15 уже сам выстрел ты не слышишь, но тут есть другой момент. Слышишь, как шар пролетает, да? А, пружина у меня стоит М140 от Airsoft Pro. М140 выдает у меня на ней 155.02. Следующий вопрос. Правильная пристрелка с горкой, без горки, плюсы и минусы, и вообще о пристрелке винтовки. Да, очень важное правило, что в принципе, после игры надо хоп-ап убирать, а перед каждой игрой настраивать. Ну, это вот основной закон. Я очень часто встречаюсь с людьми, которые думают, что... И я тоже сам думал несколько лет в стрейкболе, что один раз настроил, как вот прицел снайперской винтовки, и все, и вот край, и навсегда. Вы только убиваете резинку, все последующие выстрелы сбиваются, ну, и качество стрельбы значительно ухудшается. Это на моем опыте. Поэтому, да, каждый раз вы приехали на игру, пристреляли винтовку, потом, хоп, убрали в ноль после игры. Обязательно. А пристреливаю я очень просто. Если вы читали мою статью, там есть таблица, которую мы с Димой Мазиным... Мазин? ...чертили. Да, Дима, тебе прям огромный респект, ты красавчик. Горка 1 метр. Да, я штурмовик. Я в основном штурмовик, поэтому я очень люблю стрелять настильно. Далеко, ну, насколько возможно, и настильно. Если что, я подойду эти 10 метров, но я должен быть уверен, что упор на средней дистанции, на дальней, примерно полет одинаковый. И даже снайперскую винтовку я настраиваю, чтобы была минимальная горка. Я не гонюсь за 100 метров, 90-100 метров мне не надо. Я хочу точно и предсказуемо стрелять. Поэтому у меня маленькая горка, можно сказать, даже почти ее отсутствие. Вот. Но это об этом лучшие ребята расскажут, потому что они вот про-снайперы. Про-снайперы, им слово. Саша, про-снайпер? Валяй. Я бы не сказал, что я про-снайпер. Это Рома про снайпера, а я так учусь. Ничего сразу, Рома. Давай рассказывай. Твоя очередь. Я пристреливаю винтовку на самом деле. Я, кстати, вот знаете, что я к статье Коли еще хотел добавить это, да, вот этот момент, который описан был по поводу резинки и убирания хопа. На резинках, да, на резинках я совершенно согласен, потому что они проминаются, плохенько потом работают. На силхопе я не убираю за вот пролежала у меня винтовка, честно. Сколько там, полсезона пролежал. Летом я как настроил, не убирал. Вот хоп, все отлично работает, ничего никуда не просело. Силхоп держит классно, все, ничего ему не происходит. То, что он хоп настроенный. Пристреливаю я винтовку раньше, пристреливал на резинках, я ее пристреливал на 70 обычно метров. На силхопе я сейчас пристреливаю на 80 по причине того, что могу его пристрелять на 80 при такой же горке, как раньше на резинке на 70 пристреливал, да? То есть горка у меня не повышается. Пристреливаю на 80 и потом еще просто делаю поправку на от 50 до 30 метров, по какому делению мне придется стрелять при такой настройке хопа, да? То есть понятно, что если мы 0 пристреляли на 80, то, допустим, конкретно в моем прицеле кратность я никогда не меняю на прицеле. То есть я на 6 обычно стреляю. Потому что как только ты поменяешь кратность, у тебя полет шара совсем другой в прицеле становится. Тебе
хоть хоп перенастраивай, хоть что делай, короче, снова пристреливать придется. То есть, если ты на 6-кратах пристрелял оптику, да, на 80 метров, то и не трогай. Оставь на 6-кратах. Тогда ты будешь знать, куда у тебя летит. И я проверяю, на какое отделение у меня падает. На 50 метров, на 40 и на 30. Ну, чтобы не получилось такого, да, что я человеку, допустим, хочу в грудь стрельнуть, а попадаю ему там в щеку куда-то там. Ну, то есть, как бы игра друзей, нету специального желания там в лицо влепить кому-то. Особенно, когда в своей какой-то песочнице с друзьями играешь, так вообще как бы не хотелось бы, да? Да, это точно. Это, ребят, давайте немножко ускоримся. Сейчас тему вопроса немножко отодвинем назад. Сейчас давайте обсудим первую винтовку, которую мы собирались обсуждать. Снова вернемся к винтовке ВСР-10. Как будет проходить обсуждение? Мы сейчас поговорим о винтовке. Ну, в принципе, мы уже много о ней сказали. Далее мы будем обсуждать хупап, резинки хупапа, стволики, ЦПГ, триггеры. Ну и все. Давайте начнем о ВСР-10, ребят. Обсуждать, скорее всего, будем самые популярные модели. Это ВСР-10 от компании Tokio Marui и ВСР-10 от компании Цима, поскольку реально они самые популярные. Nimrod VL будем обсуждать, нет? VL, да, смысл, они все примерно одинаковые. Ну да, 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 да. Так, ну что, по поводу тюна. Хупап. Давайте поговорим о хупапе ВСР-10. Мое мнение, что базовый хупап ВСР-10 ну, один из лучших хупапов, который может быть в снайперской винтовке. Согласен полностью. Даже возразить нечего, отличный хупап. Его даже менять как бы... В принципе, вот если берем ВСР-ку, то вот хоп, это вот лучшее, что в ней есть. Вот его и оставляем. Ну и если менять, то в принципе альтернатива ему только одна, Action Army. Больше его не на что поменять. Все, ребят, остальные, это вообще... Только не PDI. Самое главное, не PDI. Вот просто запомните раз на всегда. Разницы нету, копирует, кстати, PDI, Airsoft. А я еще даже не дошел до него. JJ, Airsoft и тому подобное. Это просто копия. Просто копия PDI, PDI, да. Не лучшую копию собрали на самом деле. Это в... Да, потому что... Даже врагу не подарил бы такой. У меня валяется где-то по коробкам, если их собрать, PDI, которые мы сняли, говёные, вот эти все, можно такое ожерелье собрать, повесить. У меня тоже есть. Так что не берите. Да, вернемся к обсуждению по поводу ВСР-10 еще. Почему именно она? Это легкая винтовка. С ней легко... Можно? Подожди момент. Я полагаю, чтобы нам, наверное, к нему не возвращаться, да? По хупапу частенько вопрос, один единственный, который по ВСР всегда задают, это проблема подачи двойных шаров. А, да. Ну, просто его постоянно задают. Вот у нас в группе, да, в снайперской. Вот для начинающих. Через день приходится отвечать. Да, это головная боль ВСР на каком-то этапе. В принципе, когда ты не знаешь, что с этим делать, это реально проблема, потому что, ну, вот... Есть такой момент, либо подает по два шара, либо когда ты досылаешь затвор, у тебя он застревает на полпути. Это когда полтора шара получилось. Один подался, второй на полпути нозлом упирается, он не дает тебе ни затвор подать дальше. Проблема на самом деле достаточно простая и решаемая несложным путем. Там в камере хопа стоит такой отсекатель, такой как арочка такая коромысла, да? Не знаю, как ее правильно назвать. Отсекатель шаров стоит. Банальное решение проблемы. Если он не стерся еще там просто от времени, да? Если он стерся, то мы его просто меняем и все. Если он не стерся, просто ставим пружинку пожестче и все. Вся проблема. И механы не забиваем до самого, вот, чтобы она хрустела там до последнего шара. Потому что последний шар, вот этот вот хрустящий, именно он и не даст вам вот в итоге подать. Ну, там есть так. Еще один момент. На абсолютно новых винтовках ВСР-10 такой косяк тоже встречается. Вот та самая вот арка, вот этот вот самый стопор шаров в камере хопа, в нем может быть очень малое, вот, малый упор для шара. То есть фактически мы берем абсолютно новую винтовку, пытаемся ее взвести, и оп, у нас двойное досылание шара. Что в этой ситуации делаем? Мы разбираем камеру хопа, извлекаем вот этот самый пластиковый стопор для шаров,
и сверлом каким-нибудь там начинаем в нем делать лунку для шара, чтобы вот шар не выскакивал тут же. Ну и также второй момент — это подобрать пружинку чуть посильнее. То есть как бы тут уже смотрим, каким образом лечим данную проблему. То есть если лунка есть, все зашибись. Лунки нет, делаем сами. Рома, у нас как ярый владелец и пользователь, скажем так, VSR10 Hopup. Что думаешь? Да, в принципе, много сказано. Тут можно целую статью запилить там о Hopup'е насущном нашем. Вот хороший хоп на ней. Вот я использую базовый хоп, у меня на винтовке стоит, я ничего с ним не делал. Да, у меня была подача по два шара, я там пружинку чуть подпоменял, помощнее поставил, в принципе, она пропала. Единственное, что не ставьте отсекатель металлический, он шары царапает. Есть такие там разных фирм, они из алюминия или из чего-то там сделаны. Вот, мне они не понравились, не очень зашли. Вот, я вернул старую пластиковую. Да, она стирается со временем, ну, что поделать. Вот, в принципе, что. У меня хоп-ап идет в сборе со стволиком Prometheus, который я переточил под VCR-тип. Ну и, соответственно, коллинсинг хоп. А вот рубашка, резинки, я не помню. У меня какая-то из Maple Leaf с кольцом черная. Вот уже забыл. Она мне достаточно долго стоит. Ну, по резинке. Вот, собственно, и все. Да. Позже уже по всему. По VCR-ке. Итак, я ее за это и люблю. Дальше. VCR-10 и резинка хоп-папа. И наш драгоценный сил-хоп, который подарил нам Николай. А какие резинки, ребята, вы посоветовали нашим игрокам, нашим снайперам? Силхоп, эрхоп, работает ли он или нет? Александр, Нимрат, к вам вопрос. Роман. Так, ребят, сначала вот небольшую такую заметку. Меня просто частенько спрашивают про силхопы, эрхопы, сугрохопы и так далее. Мой совет: если вы хотите этим заняться, то как бы ура и флаг вам в руки. Если вы сомневаетесь в своих способностях, если вы в принципе никогда ничего подобного раньше не делали, то делайте вы это на свой страх и риск. То есть лично я советую использовать фабричные резинки, если у вас нет опыта с этим. Если нет друзей, которые могут поставить грамотно. Ну, вот, да, если нет человека, который может в случае чего ваш косяк быстро исправить. Поэтому лично я советую Maple Leaf. Это одни из самых лучших резинок, с которыми у вас будет, по крайней мере, предсказуемый результат. То есть, еще раз говорю, если хочется заморочиться с какими-то подобными кастомными самоделками, то, как говорится, респект и уважуха. Но тут уже каждый решает для себя сам. То есть, уверен в своих силах? Коля? Годами мне пришло такое понимание этого процесса. Во-первых, не надо париться. Я не очень не люблю париться. Я придумал этот, ребята пользуются. Я всем официально заявил, что вот во благо страйкбола пользуйтесь, делайте. Я пользуюсь заводскими резинками, честно скажу. Я могу это делать. Нонсенс. Честно, я хочу воткнуть, да, и воткнуть, и стрелять нахер. Мое понимание такое. Вы сначала берете одну винтовку и собрали ее на хороших заводских запчастях. Вот она у вас стреляет, оборудование 70-80 метров, все. Хорошо стреляет, работает, класс, оставьте ее. Берете вторую на барахолке ESG, покупаете. И начинайте там все, что хотите делать. Просто снили, сугры, полили, не знаю, ладно, не буду. Туны, да, вот с ней вы делаете, если вы получаете прям сверхрезультат. Класс, блядь, получили, бегайте с ней. А если нет, вы просто берете старую проверенную старушку, которая стреляет там точно лист А4 в 70 метров, и все, и радуйтесь стрейкболу. Радуйтесь, блядь, просто играйте, получайте удовольствие. Не гонитесь, мне очень часто пишут, сделай силхоп, сделай силхоп. Ну, честно сказать, вы научитесь стрелять, например, с базы, да? Вы научитесь играть, вот как ребята, блешем. Я не смог играть в этом,
вайпер-худи, мне стало жарко, я чуть не потерял сознание, и я просто стоя стреляю. Я доминирую технически. То есть мои привода тупо стреляют дальше, чем противник, поэтому я просто стою. Я не смог играть в гилле. Ребята играют, они маскируются, я смотрю видео, просто вот слюна течет с уголков рта. Да, вы научитесь просто играть. Потом вот эти вот пару процентов сил хоп, взведение, суперэргономичная рукоять, да, и вы к этому придете. А пока просто получайте удовольствие, играйте, и хотя бы каждое воскресенье ездите, уже будет большой толк. Я все. Коля, Коль, я просто не могу не спросить тебя. Немножко отклонимся от темы. Что пришло в твою голову, какое озарение, что ты решил проделать такую огромную работу по созданию силхопа? Ты ведь, я сидел, ты стволики пилил, ты что-то там резинки мерил, мы там еще не были знакомы, я смотрел на твою страницу и думаю, какие-то мазки, какие-то красные, синие, зеленые, желтые резинки с циферками, там что-то там писал. Думаю, а зачем он стволик пилит? Зачем он его там обрабатывает? Вот думаю, дурак. Ну как вообще так? А потом раз, и ты бахаешь силхоп. Что тебя сподвигло на это? Скажи мне. Движение к совершенству. Потому что мог. Я мог стволики выкинуть и все. И просто получить на этом опыт. Я был представителем донских оружейников, которые занимались выпуском эрхопов. Резиновых хопов. Конечно, я начитался супер литературы американской, где они ставят эти эрхопы и какие-то безумные цифры там получают, и все супер. И я такой, да, вот оно, наконец у меня, блядь, он полетит. И нет. Ну, как бы, да, эрхоп работает. Эрхоп работает, но его очень сложно ставить. Блин, не то слово. Травматолог-ортопед, имплантолог. Да, то есть у меня, в принципе, работа связана. Я очень благодарен своему хобби и своей работе, что они переплелись во мне. Если кто знает, импланты зубные – это такие маленькие шурупчики, в которые вкручиваются очень маленькие винтики. Короче, это гир разобрать. В страйкболе это пригождается. И в работе я закручиваю эти винтики, я просто их чувствую, потому что там сотни, наверное, тысячи этих гирбоксов перебрал. Ну ладно, сотни. Вот. То есть в работе это помогает. Куча силиконов. И вот было много заказов. Очень много заказов. Все хотели поставить эти эрхопы, а они у меня закончились. И я думаю, а что если вместо резинки вот просто мой родной силикон залить, которым я пользуюсь каждый день. Сначала, ну, первая технология была, то есть просто залил, потом обработал бором, что-то получилось. Ребята уже потом придумали способ с пленкой, очень просто, вообще шикарно просто, если честно. Вот. То есть вот так это все родилось. Изначально был как коммерческий проект, а потом, ну, я зарабатываю не на тюне, не на том, что я кому-то привода собираю или силхопы. Да, я стоматолог, хороший стоматолог. Для меня это просто родная тема. Я люблю страйкбол. И вот так вот родилось залить на работе. Я могу пилить. Могу заливать это все. И потом начал просто свои эти силиконы слепочные пробовать, ломать, сгибать, крутить, как они крутят, отстреливать, да, то есть из этого что-то родилось, используются ребята до сих пор, вот, уже и дальше пошло без меня, и это круто, круто, вот, поэтому респект товарищам, кто этим все-таки занимается. Спасибо, спасибо большое. Тебе большое спасибо. Просто я хотел бы добавить, ребят, если вы действительно не можете это сделать сами, либо это делаете, а потом пишите, что ваш силхоп либо эрхоп говно, задайте себе вопрос, правильно ли вы все сделали. Я смотрел, как делает мне силхоп Юрий Глотов. Юрка, привет, Ставрополье. Тоже, к сожалению, не смог сегодня с нами участвовать. Балу, наш друг из Ставрополя. Отличный снайпер.
как человек тоже замечательный. Он ставил мне на эту винтовку Силхоп. Вы видели, как он там, он по несколько раз там проверяет, правильно он все сделал, нет там пузыриков, чтобы все четко было. А люди просто делают там тяп-ляп, замазал, иди, 700 рублей с тебя, 1500 с тебя, в зависимости от региона, короче. И ребята, тьфу, да моя базовая резинка гораздо лучше стреляла, что ты для тебя сделал такое. Вот как бы из-за этого. Сенсор, Нимроду привет из шахт, продолжая в том же духе. Ладно, Нимроду из Нижнего Новгорода привет из шахт. А мне человек, который 27 лет прожил в шахтах, привета нет, да? Нормально. Саш, ты что можешь сказать у нас о папе, о резинках у папы, вернее? Спасибо, Коль. Смотри, я лично пользуюсь силхопом. Я, кстати, один из тех, кто именно Колю с силхопом воспринял в такие достаточно серьезные штыки, когда мы познакомились, да? Подожди, перебью тебя. А это было, когда мы уже были, когда мы уже создали нашу тусовку или нет? Нет. Угу. Это во флудилке было. Уже в тусовке, да? Я этот момент помню, как раз получилось так, Слава пригласил Колю тогда. И был как раз вечер, Серега Кориков, привет тебе. Он тоже был на моей стороне. А потом. Не, ну слушай, я могу пояснить, почему так изначально воспринял эту тему. Потому что на тот момент мы так этих эрхопов наелись. Я честно, я ни разу нормально, вот именно так, как хотелось бы, эрхоп не поставил. То есть, получалось вроде как ставил, что там более-менее что-то ровно, но все равно то что-то туда улетит, то сюда улетит. Я как сейчас помню, как Кориков говорит, мне, говорит, за 800 рублей резинку шланга прислали. Как ее туда мастырить? Я помню. Да. Как ее туда ставить? То есть ты раньше как, эрхоп ты берешь, раз ты понимаешь, у тебя окно-то вообще не такое, да, как эта резинка. Подогнать идеально ровно эту резинку, будь ты стоматолог или не стоматолог, хоть ты ювелир, хоть кто угодно, да ты не подгонишь ее так идеально по этому окну. Просто это невозможно. Я не знаю, если есть такие люди, пусть вам памятник поставят. Я не смог. Как вариант просто вулканизировать стволик. То есть, почему вот эту технологию, да, вот как Коля изначально нам показывал, да, то есть как бы заливал и он стачивал. Почему придумали не стачивать? Потому что мы не могли стачить нормально ровно. У меня просто не было такого оборудования, которым я мог это ровно так отшлифовать. Поэтому в итоге пришли к такой ситуации, что проще его так сразу обжать вокруг стволика, и он идеально ровно как бы и получается. Как-то так. По резинкам. Конкретно по резинкам. Людям, которые не будут заморачиваться с силхопами, эрхопами, сугру и тому подобным. В принципе, наверное, да, я соглашусь, Maple Leaf на данный момент одна из самых таких, которая результат покажет хороший. Только, ребят, не надо брать 80 или даже 75, за 75 меня, наверное, закидают сейчас, потому что 75 очень популярная такая. Возьмите мягче, попробуйте, посмотрите, как она работает. 70-60 градусов резинки гораздо лучше работают, чем более жесткие. Немножко лично мне не нравится у Maple Leaf, потому что у Maple Leaf вот этот бугорок, пупырь, как его правильно назвать, пупырь, да, он расслаивается у них быстро. Я не знаю, по-любому уже ребята встречались с таким делом, да, он через определенный настрел, он просто как будто отслаивается, у него края начинают крошиться у этого, треугольничек там такой, если кто не знает, как Maple Leaf внутри устроен, если Колину статью читали, то уж точно знаете. Вот этот треугольник, у него прямо вот сначала углы начинают скрашиваться, в общем, он из строя выходит. Чем хорош в этом плане силхоп, когда ты его сам умеешь делать, это гораздо более дешевая вещь. То есть, во-первых, у меня пока еще, честно говоря, ни один не износился до той степени, чтобы его пришлось именно менять по той причине, что он из строя вышел, да. Но в любом случае резинку, чтобы купить, сколько у нас там резинка? 750, там, в пределах 700-800 рублей, да, хорошая резинка стоит. Силхоп, ты этот тюбик купил, сколько он там стоит, тебе его на всю жизнь хватит себе закатывать, даже если ты просто ради интереса будешь делать. По резинкам хорошие резинки. Подожди, Саш, сейчас договоришь, сейчас я быстро конференцию. Окей. PDI хорошая резинка.
Ну, в принципе, оптимальный вариант, наверное, все-таки Maple Leaf будет. Есть по Maple Leaf просто вопросы, знаешь, он как бы не из резинок, которую купил и поставил. Сейчас объясню, почему. И здесь ребята-то все как бы в курсе, да? Не все ВСР-ки или тому подобные, где стоят эти резинки, идут без мостика на стволике, как правильно показать там. То есть на некоторых стволиках, как стандартное, есть окошко, да? Ром есть, вот Ром потянулся, я знаю, у него есть, да? То да есть, тут у меня барахло лежит. Вот здесь на стволике нет вот этого мостика в начале, да? На него Maple Leaf станет без вопросов. Когда он есть, Maple Leaf не работает. То есть вам либо придется сточить, потому что изначально вот этот треугольник, он просто банально не прогибается в стволик, потому что... Физически тупо не влезет. Да, просто тупо физически не влазит. Опять же, на этот... Да, вот этот как раз мостик, он мешает прогибаться резинке, хопа, и она просто банально не работает. Причем тут небольшое отступление. Вот, например, возьмем те же самые финские ВСР-10. Вроде как бы одна и та же винтовка, но часть партии идет со стволиком без этой арки. Часть партии, часть винтовок может встречаться с аркой, вот этой вот на стволике. Поэтому тут, ребята, уже как бы смотрим по ситуации. Но опять же, все это дело решается напильником. Ну, видишь, как мы пришли к тому, что да, сейчас мы рассматриваем такой вариант, что нужна резинка, которую поставил, воткнул в камеру и пошел играть. В таком случае я бы, наверное, порекомендовал что-то в духе PDI. PDI, да. PDI отличная резинка. Блин, при хорошей установке, причем ее, наверное, проще всего поставить. И опять же, если кто-то спрашивает, зимой с какой резинкой играть, да, PDI 50 градусов. PDI 50 градусов, идеальная резинка зимой, отлично работает. Ну, я не знаю, как там, в особо критических, конечно, температурах, то есть, да, ну, до адекватной температуры, там, до минус 10, она более чем работает. Кстати, ВСРочный, конечно, не тестили, но вот АЕК ВСР, АЕКовский PDI 50, на холоде не работает от слова совсем. То есть этой резинки не хватало сил закрутки шаров. В принципе, надо будет, пока зима есть, проверить еще PDI-ку ВСРочную. Ну, я лично тестировал. Коля хочет добавить. Просто. Я лично тестировал ВСРовскую PDI-ку 50-градусную. До минус 10 работала она отлично. 43-5 шары крутила. Ну, при условии там довилки доделанной и прочих таких нюансов, да. Опять же, я добавлю просто, чтобы мы уже к этому не возвращались. И опять же, эти вопросы частенько задают. PDI резинка тоже не совсем та резинка, которую прям всегда нужно воткнуть и поставить играть. Из-за вот этих двух бугорков, которые у нее присутствуют, частенько не хватает ширины окошка стволика. И если она туда неровно входит, как бы это правильно показать, да? Вот, то есть есть два бугра у этой резинки, которые должны ровно опускаться в окошко стволика. Если один какой-то на окно упал, то получается вот такая примерно картина. И у вас шары там влево летят или вправо, в зависимости от того, какой из бугров резинки опустился ниже. То есть частенько тоже нужно взять там чуть-чуть окошко пошире сделать, чтобы резинка нормально работала. Реально важно выбрать резинку, чтобы даже среди одинаковой фирмы резинок, допустим, если вы в магазине выбираете резинку, да, смотрите, во-первых, неважно какая это там супер японцы, это PDI или еще кто-то, смотрите, чтобы она ровная была. Часто косяки там в этом литье этих резинок. И выбирайте резинку для ВСР, для М24, неважно для какой винтовки вы выбираете. Смотрите прям визуально губки у резинки, чтобы они как можно уже были. От этого зависит компрессия вашей винтовки. Потому что лично сталкивался с тем, что у PDI, допустим, там из там, 5 резинок, да, несколько были прям ну такие, что компрессию просто не держали нормально. То есть они, грубо, ну, там, доля миллиметра шире, да, но это уже дует, как бы. А это у нас, как бы, не очень хорошо.
Видишь, Коль, почему мы не рассматриваем такие вещи? Нам нужна резинка, которая будет работать на одном выстреле. На автомате немножко другая тема. Там он очередь дал, у него прогрелась резинка, даже если она холодная была. И ему как... А люди ждут, вот вопросы пишут по МВС. Стволики. Стволики для ВСР. У меня ВСР нет, я молчу. Ребята, у кого ВСР есть, про стволики, пожалуйста, скажите. Ром, тебе есть стволики, что-то? Говоришь? Да. Стволиков много, перепробовал от тонких дорогих, там, PDA и Precision, которые до базовых обычных стволиков. Сейчас у меня, в принципе, достаточно давно, у меня Prometheus стоит 6.03, стальной, очень хороший стволик, мне понравился. Я не особо парюсь по поводу, там, тонкий стволик, не тонкий, ну, они там, ну, ладно, вы понимаете, о чем я. Мне нравится что-то среднее. Я переточил этот стволик под ВСРТ, потому что, ну, не было там такого. Вот, пользуюсь им. На СВДшке стоит PDA Precision 690. Ну, я не могу сказать, что он какой-то выдающийся стволик. Поэтому, не знаю, я бы еще попробовал PDA 6.05, есть стволики. И на новой винтовке у меня сейчас стоит Посейдон. Но Посейдон я не тестировал. Ну, в ближайшее время, точно могу сказать. Посейдон, Коля аж это... Оживился. Он достаточно давно, у меня просто руки не доходят, у меня со временем... Сейчас мы еще обсудим сколько Посейдон обязательно. Саш, у тебя какие стволики стоят? Что-что? Какие стволики стоят? У тебя какие стволики стоят? На твоего SR10. Ребят, конкретно у меня стоит PDI Raven. Кто бы там что про них не говорил. Он же морается, ты что? И там, и там есть какая-то гадость, которую хирургически, ты что? Ставил я эти стволики ни один, ни два, ни три. PDI Raven, у всех они работают нормально, никаких к ним вопросов нет. Обычный ровный стволик. 6.01 стоит, я уже говорил, по-моему, в этом стриме сегодня. Только и потому, что он тише. Все. То есть я лично брал, сравнивал на этой же винтовке, брал стволик 6.03, я пробовал Maple Leaf стволики, покупал. Ну, то есть конкретно свой опыт в ремонте винтовок и тому подобное я купил за свои деньги. То есть я это все покупал, пробовал, покупал там, сейчас как бы вспомнить, как этот стволик называется. Там стволик внутри такой весь такими полосками до самого конца. Это они Окоба, они, по-моему, называются. Да-да. Танио Коба, они шли завернутые, типа нарезы там были. А этот ровный был Falcon. По-моему, Falcon тоже их делает. Вот резинку как-то я их брал, и этот стволик Falcon, он такой прям весь, ну... Короче, кроме потери компрессии, мы ничего не имеем от этих наворотов. Вот да. И все. И громче начинает стрелять, потому что... Почему? Потому что поршень сильнее начинает бить об голову цилиндра. Вот и все. Чем больше диаметр стволика у вас, тем сильнее поршень, ну, как сказать, более разряженная область, да, создается, поршень быстрее доходит до конца, сильнее бьет по башке цилиндра. Все. Именно поэтому 6.01, а там лишь бы ровный был. И вот еще момент такой, вот повод замены стволиков. Ребят, совет следующий. Если менять на что-то хорошее, не нужно менять стволик просто ради замены. Ну, как бы да, ЗЦ какие-нибудь мы не рассматриваем.